Всем привет, это Блиц участковыми с мастерами. Да, но, к сожалению, наш соперник не мастер, и партия, видимо, не состоит, состоится все-таки. Наш соперник кандидат в мастера спорта из России. И Да, кандидат. но, к сожалению, я не слышу тебя, Кирилл. Ты меня не слышишь? Алло. Алло, да. Да, вот бывает такое, то что проблемы жизненные ставит швейцарский интернет. И мешает вашим комментаторам записывать ролики. Я думаю, ничего страшного. В скором времени Никита вернется к нам. Да, я вернулся. О, отлично. А пока мы смотрим, как была разыграна какая-то ахинея. Спасибо. Я, в общем-то, согласен с твоей оценкой в данном случае. Ну, пора d4 рвать и метать. Как-то ты это не очень рвешь этим ходом. Может, ладья b1, а ты b4 как-то? Это слишком тонко. Почему бы и нет? А3, b4. Хочет он слона нашего зацепить. Как-то ферзь e2 пойти ему, может быть. Ну да, ферзь e2 защитили нам. b5 избыточно. А3. Может быть, мы конь d5 хотим пойти. Но, скорее всего, сейчас коня как-то разобьет, и это все будет не актуально. А, нет. Пытается Можно на... по... Ну, белопольника нельзя менять. Не Не можно. желательно, по крайней мере. Можно пока же его спрятать, да, допустим. Но на d3 не очень хочется. А почему? Потом а3, b4 и слон на b2 выйдет. Мы сейчас Опасно. не... Ну, это я специально играю немножко в такой провокационной манере. Почему бы и нет? Можно попробовать играть и так. а3, b4. Никак мы ферзя не поймаем, да, к сожалению. Нет, он всегда на h5 убежит. Причем поле довольно хорошее. Да, и здесь уже не получится играть h3, g4. Ну да. Ну, примерно равная позиция, скорее всего. У нас есть преимущество. В чем оно заключается? Значка ММ. А, наше преимущество уже Стоп, а что это вынуждает нас такое? сдаться, по-моему, на месте просто. Почему? Ну, потому что надо сдаться. Почему? Ну, если берем, то мат наш 2. А, вон в чем идея. Здорово. Я даже не могу сдаться. У меня интернет не работает. Вот так вот кандидат мастера нас обыграл. Всем спасибо за внимание. Ждем Всем реванш. спасибо.